это видео будет у опор Баджи. Глиняный в переводе означает глиняный дом. Развалины крепости на острове посреди озера Тереховль в республике Тыва. Крепость построена в IX веке по официальной версии, представляет собой правильный прямоугольник, имея четкую внутреннюю планировку, которая включает центральное сооружение и систему дворов с небольшими постройками. Крепость древняя, там проводились раскопки, обнаружено примерно в 1851 году нашей эры исследователями. А раскопки начали массово проводиться примерно в 1950-60-х годах. Thank you.